Добрый день, уважаемые друзья! Представляю вам мини-обзор вот таких вот девайсов, которые называются Electronic Retractable Landing Gear Top Part PL65B43. Объясню нормальным языком, что это такое. Давайте откроем. Это вот такой девайсик. Судя по этим провода, внутри, скорее всего, стоит серво. Проводочки, надо сказать, чрезвычайно хлипенькие, не вызывающие никакого доверия и уважения, скажу я вам. Вот, допустим, если взять вот этот проводок и сравнить по толщине, блин, небо и земля, этот, наверное, раза в три толще. О, смотрите. Они еще сделали ПВХ-изоляцию, он вообще стоит колом, как я не знаю, его. Ничего даже не гнется. Ну ладно, не суть. Как видно, нанесена маркировка Тарот. Какое-то качество, я вам скажу, ребята, сомнительное. Одни провода чего стоят. Почему я решил снять для вас это видео? Потому что даже вот в таком, казалось бы, простом вопросе не обойтись без подвоха. Я решил оградить вас от ошибок, которые сделал уже я. Поначалу я купил тоже ноги с ретрактом. Которые назывались HML650 Retractable Landing Gear. Жир, я бы сказал. Поначалу вот так вот они выглядят. Здесь напечатаны. Но я очень быстро разочаровался, не знаю, в Ютубе многие хвалят, но это полный дерибас, а не ноги. Во-первых, они ни хрена не работают, их клинит за счет того, что сам корпус с какого-то такого не очень надежного пластика сделан. Внутри обычный моторчик, к этому всему прилагается маленький контроллер, объясню, как он срабатывает. Ну, не эти, там, скорее всего, внутри серво стоит, я пока, ну, не отвечаю вам, но я проверю. Что происходит? Включается мотор, он начинает поднимать вот этот механизм или опускать, и останавливается он по какому принципу? Вал просто клинит внутри, и он останавливается. Все как бы вроде бы неплохо, хорошо, но только вот конструкция-то фуфельная. Вал внутри длинный, вот здесь вот стоит моторчик и вал. Вал клинит, его перекашивает внутри, и все. Его, вы подняли ноги, летите, а обратно вы их уже опустить не сможете, потому что нафиг все переклинило. Вот. Я не знаю, что их хвалят, они, блин, клинят у всех практически. Так что, блин, ну не берите, я вот попробую эти на ретракты и потом вам скажу. Но я, они у меня стоят на коптере, эти ноги, и я их никогда не это самое не убираю, потому что одна нога опустится, вторая нет, а бывает и две не опустятся. А если у вас там беззеркалка какая болтается, о, ребята, не советую вам связываться. Конечно, есть механизмы по $90, я видел. С ними, я думаю, никаких проблем не будет. Поэтому, как бы, скупой платит дважды.
Ну вот, что я, значит, приобрел этот шнурок, вот, чтобы их две сервы соединить и подать уже. Я не на приемник буду, а на этот самый, на пиксховк, на какой-нибудь канал воткну. Ну вот, и попробую и расскажу вам, как эти. Я не знаю, я их хвалить не буду. Ну, несмотря на то, что тут написано Тарот, это может оказаться таким же фуфлом. Так что вот такой вот мини-обзорчик решать вам. Ну и никогда не торопитесь. Посоветуйтесь с умными людьми, прежде чем делать даже такую мелкую покупку. Там что нервы вам порвут, потеряете время. Деньги там, конечно, небольшие, но, блин, месяц ждать, пока придет, очень не советую. Так что вот запоминайте. Написано какой-то непонятный сайт. www.05. А, нет, www.0577mx.com. Что это такое? Главное, Тарот написано. Почему не Тарот.com? Непонятно. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки и ожидайте. Скоро выложу фото, видео с тестом. Всем спасибо, всем пока.